Огненный хай, с вами Инферно. Это катка в Quake Champions. Не разминался, ничего не делал. Абсолютно на этой карте не играл никогда. Посмотрим, что получится показать в этот раз. Против меня, если честно, я даже не посмотрел, кто. Но не знаю, что получится. Мне там написал комментарий, что сферой надо пользоваться. Не помню, если честно, по нику, кто там был. Ну, не знаю, попробуем сейчас сферой что-нибудь сделать. А, против этой мы играем, да, которая исчезает она. Готовьтесь к бою. Так, ну, не знаю. После херетика даже сенса... Раунд начнется через три. Другая две, здесь, блин, сложно одну, будет мне, наверное. Бой. Вообще карту не знаю. Так, а вот здесь вот я знаю, что это. Так, взяли рокет. Здесь шафт должен быть. Исчезло. Е-бой! Это называется подождал. Так, мне бы броню сейчас взять. А, он уже взял ее, ладно. А здесь рейл есть, интересно? Мне кажется, нету, наверное, тут рейла. Ну, неплохо. Пока все получается. Сейчас надо мега будет, да? Да. И сразу мы отправимся сюда. Так, у меня брони нету. Так, а броня здесь появляется. Очень опасно, если честно. Ай-яй-яй-яй. А, он уже там, да? Ничего себе, шустрый какой, блин, а. Очень шустрый, малый. Уже здесь. Так, мега есть. Попробуем сейчас отжать броню, если получится. Нет, не получилось. Сферы надо уметь пользоваться еще тут. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, понятно. А, я косой. Получилось его телефрагнуть. Обалдеть. Вот как это работает, оказывается. Ай-яй-яй. О! Расслабился, блин. Машинка его сейчас запулеметим. Сейчас мега будет, наверное, да? Там. Очень непростая тут катка, если честно. Первый раз играю, но я видел, конечно, как тут играют. Примерно, как бы уже понимаю, что тут есть на самом деле, но... Секундомер. Когда сам играешь, совсем другие ощущения. Это ж опасный типок. Танк. Танк.
О, у меня рука вспотела. 3-1. Главное сейчас не отдать инициативу ему. Исчез, исчез, исчез. Ну и правильно сделал. Так, он забрал, что ли, броник, да? А, нет. Где-то внизу топчется. Осталось 5 минут. Исчез. Да, он не закусал, кстати, нехило так. Главное, инициативу не отдать. 5 минут еще играть надо целых. Броня всегда приветствуется. Так, здесь он уже был, да? Ах, он мне прямо в стоп попал. Опять он исчез, а? Вот тут негодяй. Фу. Еле-еле я его. Сейчас главное, чтобы он меня не подловил тут где-нибудь. Меня очень... Ах! Черт, а как он так сюда забрался, блин, я понять не могу. Ах! Вот я косой. Надо было сферой попробовать его. Ну, походу, уже забрал эту, да? Ну да. Ладно, будем как-нибудь поаккуратнее играть с ним. Послушаем, сейчас подождем тут. Надо звук, кстати, прибор. Ай! Ё-моё! Граната. О, блин, все, пипец, я все запутался тут. Жуть, жуть, жуть. Фух, какой же я живучий. Но он меня прямо гонит, гонит он меня. Где-то здесь внизу, что ли? Откуда он знал, что я здесь? А-а-а! Да блинский, гонит он меня, а? Ничего не могу сделать. Инициативу отдал, все. Что-то поначалу как-то с ним нормально было. Сейчас что-то сложно стало. Лидерство потеряно. Осталось 1 минута. Ну где же я? Ты мне появился не там.
Ну, да. Сейчас так и будет против меня бегать, наверное. Эх, позор. Иди сюда! Гадина такая. Есть! Фух. Догнал этого гада. Надо мне срочно шафт взять. Есть! Фу, у меня руки дрожат. Жесть, это пот. ГГ написал он мне. Фу, Еле-еле я его выиграл, блин. Я думал, я слил. Фу, что по статистике? 26, 25, 29. Ладно, нормально. Всем спасибо за просмотр. Увидимся в новой катке. Давайте. Пока.